История – учитель жизни. Не зная своего прошлого, у нас, у нашей нации нет будущего. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телепроект про историю происхождения наших великих предков. Гость нашей передачи – известный историк, археолог, кандидат исторических наук Петр Кузаев провел нам очень интересную познавательную экскурсию в Северо-Остинском национальном музее. После поражения от татаро-монголов, когда мы ушли в горы, конечно, это тоже был величайший героизм сохранить вот ту культуру, которую вырабатывали на протяжении многих тысячелетий наши предки. Это не просто сохранить и эпос, и религию, там и обычаи, и традиции, там и все-все, абсолютно. Когда многие говорят, что мы сохранили аланскую культуру, мы не аланскую культуру сохранили, мы сохранили культуру всех наших подразделений. И вот это многообразие, как раз оно великолепно. По-моему, у Чиковани, Михаила Чиковани, есть слова, если я не ошибаюсь, где он говорит о том, что вот в разных частях Грузии на своем языке та или другая часть грузин рассказывает там сказания какие-то и так далее. И, мол, это все так звучит красиво, вот это многоголосие, да, вот грузинское. Но у нас было то же самое. Но почему-то многим это не нравится из наших ученых. И они пытаются объявить средневековую Аланию сплошной Аланией. Вот, понимаете как? А куда девать остальных? О том, что подобного не было, лучше всего говорят погребальные сооружения. Сегодня у нас самый крупный памятник такой, где скопление склеповых сооружений, это Даргавс. И когда там группы ведут какие-то экскурсоводы, то они начинают говорить, что вот, уйдя в горы из-за малоземелья, аланы начали строить склепы и там хоронить из поколения в поколение своих родных. Это, откровенно говоря, глупость. Потому что аланы в склепах никогда не хоронили. Аланы хоронили в катакомбах, потом в земляных ямах. Есть материалы раннего средневековья, например, в селении Лец, да, в Курдатинском ущелье. И на это обращает внимание Нечаева, Кузнецов. На это обращает особенно внимание вот в своих последних работах. Здесь, говорит, находятся три разных вида погребальных сооружений. Склепы, катакомбы и каменные ящики. Видимо, каждый из этих видов принадлежал соответствующему подразделению. Действительно, в период конца ранее, начале поздней бронзы склеповые подземные склепы начали сооружать нарты. Склепы имеют очень длинную историю, многотысячелетнюю. Понятно, что вот та форма позднесредневековых склепов, которые мы знаем, это получилось не сразу, и не сразу это было выработано. Но то, что первоначально, уже в период ранней бронзы, внутри Алании вовсю изготавливаются подземные и полуподземные склепы, это однозначно. И только уже в период позднего средневековья переходят вот на такие наземные, которые бывают двускатные, четырехскатные, многоскатные. Вот. Аланы в таких не хоронили. В том же Даргавсе буквально река, называется Стердон, разделяет склеповый могильник от аланского катакомбного могильника на другом берегу этой реки, где наш уважаемый Руслан Георгиевич Датяте много лет вел раскопки и раскопал очень много интересных вещей. Вот. Именно в аланских катакомбах. Они сосуществовали. То есть аланы отступили в горы. Период отступления алан начинается, вот, заселение, медленного заселения гор начинается аланами, как об этом пишут наши ученые, Ковалевская, там, Кузнецов и так далее,
примерно в 6-7 веках. И дальше уже татаро-монгольское нашествие, когда все отступили в горы. Теперь, что касается каменных ящиков, то это традиция, которая характеризуется туальский обряд. В Туалгоме мы можем пройти по всем ущельям. Мы там ни одного склепа не увидим. Они хоронят в каменных ящиках. То есть вот сланцевые плиты по краям погребения, и туда укладывали умерших. Это традиция, которая характеризуется их древнейший период, их культура, и потом тоже. Здесь перед нами материалы склеповых сооружений Даргавса, но они рассказывают именно нам о тех осетинах, которые жили на данной территории и которые не обязательно должны быть кровь из носу, как говорится, да, туальцами, там, аланами, там, иронцами и так далее. Это осетины. То, что склепы сохраняются, да, в период позднего Средневековья, это говорит о том, что нарты, собственно говоря, они дожили до этого периода. Они сохранялись на этих территориях, несмотря на то, что шел процесс уже ассимиляции их остальными нашими фамилиями, там, родами и так далее. Вот, обратите внимание, заселение тех или иных территорий разными фамилиями, по преданиям, да, как они из Алагирского ущелья уходят в разные стороны и заселяют территории. И, соответственно, идет процесс ассимиляции тех, кто жил в этих ущельях. Понимаете? То есть, с одной стороны, как бы мы теряли уже какие-то конкретные племенные группы, да, так как они были ассимилированы. Но, с другой стороны, это процесс, который нас двигал вперед к созданию единой нации, единого народа остинского. Вот. Мы уже практически на завершающем этапе. Вот одежда эта вынута прямо из склепов, и этим она ценна. Вон, там тоже есть вещи, которые непосредственно из склеповых сооружений. Все эти халаты, там, платья и так далее. Посмотрев вот все эти материалы, да, мы с вами узнали о тех разных племенах, которые приходили одно племя за другим на эту территорию. И вот они все вместе собрались. Татаро-монгольское нашествие, оно, с одной стороны, конечно, обескровило наш народ, но, с другой стороны, это был такой фактор, который ускорил процесс соединения, смещения вот этих вот подразделений. И мы сегодня, в общем-то, можем говорить о том, что почти завершен процесс формирования остинской нации. Вот. Есть еще какие-то детали, с которыми нужно разобраться. Я думаю, что мы это тоже пересилим, и будет один единый народ, остинский народ. Вот. Это и территориально, и как угодно. Рано или поздно это все будет. Вот. Но самое главное, мы должны понимать, что пройден очень длительный путь. И этот путь пройден небесславно. Вот. Были периоды взлета, были периоды падения, поражений и так далее. Но в целом мы внесли достаточно серьезную лепту в общечеловеческую копилку цивилизации. Вот. И этого у нас никто никогда не отнимет, не сможет отнять. Вот. И в этот самый вот вклад мы совершенно спокойно можем добавлять еще много чего. Потому что наш народ свой жизненный путь еще не закончил. И надеюсь, это произойдет не скоро. Вот. Значит, мы будем еще много что делать, потому что народ наш достаточно талантлив. Мы многократно доказывали это конкретно в разных делах своих. Вот это здорово. Наша нация, она должна дальше быть. У нашей нации должен быть завтрашний день. Должно быть будущее. А в это будущее мы не можем войти без вот всего этого прошлого. Это огромное прошлое, и мы должны это знать. Пусть не во всех деталях, но в целом мы должны иметь представление о том, кто мы, откуда мы и зачем мы.
Вот. А этому нам может помочь прежде всего история, конечно. Наша с вами история. Вопросы, которые мы должны определить для себя. Вот нужно с ними определиться. Первое – это территория, где шел процесс формирования нашего народа. То, что наши предки, та или иная часть, захватывала где-то какие-то куски там и так далее, где-то огромные территории, такие как, например, Северный Китай там, или Индию там, и так далее, Афганистан, Иран, это все понятно. Но это не были наши территории. Мы их занимали временно, потом покидали. Земля, где сформировался наш народ, это Кавказ. Центральный Кавказ. Вот здесь мы собрались все. Вот, и здесь получился вот тот народ, родился тот народ, который называется Остинский. Теперь нам нужно определиться не только с территорией, но еще и с хронологией. С какого времени начинать? Вот как я до этого сказал в самом начале, коренных тут нет. Все когда-то сюда приходили. Но тем не менее, когда впервые реальные общности возникают, с какого периода? Вот мне, например, делают замечание, что я слишком рано начинаю историю нартовской, нартиады. Дело в том, что в основе нартовского эпоса лежат древнейшие мифы. А эти мифы сформировались за многие-многие тысячелетия до нашей эры. И выводить мне только со скифов Геродота период начала формирования нартовского эпоса, это просто глупость. Например, охотничий миф. Охотничий миф возникает в период позднего палеолита, как минимум. Период позднего палеолита. В Европе это называется Мадленская эпоха. Это 16-10 тысячелетия до нашей эры. На самом деле еще раньше, видимо, было. Вот. Земледельческий миф. С этим мифом у нас связаны в эпосе Урезмакшатана, Шошлан, Эма Агунда, его жена. Значит, этот миф возникает минимум с перехода к производящему хозяйству. Потому что производящее хозяйство дает земледельческий миф. Вот. О том, что возникает этот миф очень рано, по меньшей мере в 6-5 тысячелетиях до нашей эры, об этом лучше всего говорит то, что в трех точках, куда нарты ушли из Сирии, мы находим мифы и предания об Урузмаге и Сатане. Это по-египетски Исет и Узир, их сын Гор, которые подарили древним египтянам пиво и все остальное прочее. Там много всяких этих сказаний. Дальше. Греция. Василий Иванович Абаев в свое время сказал, Урузмаг – это остийский Кронос. А там есть одна богиня, Афина называется. Вот Афина, правильно, надо говорить Т, Атина. А в древности надо говорить Атана. Атана. Мы сегодня сохранили начальную букву С, а греки нет. Так вот, она является женой Кроноса, который пожирает своих детей так же, как наш Урузмаг. Или наоборот. Урузмаг уничтожает своих детей так же, как греческий Кронос. На самом деле это общий исток. Вот. И последнего Зевса от него прячут, а у нас безымянного сына прячут. И так далее. Василий Иванович Абаев первым на это обратил внимание. Я всего лишь подчеркиваю, что та самая богиня, которую греки называют богиней мудрости,
так же, как мы называем Сатану, богиней мудрости, которая взяла еще и подарила пиво грекам, и в честь которой отмечают начало уборки урожая сенокоса, называется праздник Атигина, а у нас он называется Атанак, и мы его в те же самые июльские дни отмечаем, вот, и так далее. Там не о чем говорить. Около 100 пунктов можно перечислить тождество между Афиной Палладой, да, и Шатаной. Идет один в один. Маму у Сатаны зовут Зера, а маму у Атаны зовут Гера. Папу зовут Саваса, а там Зевес. Вот. Притом Гера у них с волшебной яблоней связана, так же, как наша Дзера и так далее. Там масса всего. Вот когда это все сопоставляешь, или, например, именно Афина Паллада, то есть Атана, она помогает Одиссею спуститься в подземное царство, в мир теней. То же самое Сатана и Сослан. Василий Иванович заявляет, например, о том, что у нас есть троянский цикл. Я дальше мысль Абаева отработал, и там не просто цикл. Там действительно фантастика. Там сохранились имена основных героев Троянской войны. Имя Ахилла по-ассирийски надо произносить Арах. Тот самый Арах, которому в пятку попадает Александр Осетинский, имя Александра по-ассирийски произносится Илах-Сартон. Его второе имя у греков Парис, а у нас Арпес. В пятку попадает, и в коленной части стрела выходит. И от этого Ахилл погибает. Да? То же самое Арахса. Божества одни и те же, и на той стороне, и на этой стороне, и так далее. Вот это все, когда в совокупность посмотришь. Но формирование греческого эпоса, как минимум эпоса, я уже про мифологию не говорю, это район, ну, взятие Трои считается 13 век до нашей эры. Как я могу начинать наш эпос с 5-6 веков до нашей эры? Пусть даже 7 века. Ну, это же ерунда. Только вот этот сюжет, и тот уже указывает конкретно на то, что это, по меньшей мере, 2000-летие до нашей эры. А там есть более серьезные соответствия и параллели. Понимаете как? И вот хронология, да, она очень важна для нас. Я думаю, что хотим мы этого или нет, но начинать нашу историю нужно с того периода, когда древнейшие, самые ранние наши предки столкнулись. А это, по меньшей мере, 4000-летие до нашей эры. Как минимум. Вот. А то, что эпос начинается еще раньше, я сказал, вот тот же сосуд с божествами и так далее, ему 54 века. Но это Батразия Кола в Остинском. Батраз Макола. Если Батраз в облике барса нарисован у нас на сосуде, и этому сосуду 54 века, то как я могу цикл Батраза, главного героя Нартовской эпосы, начинать с 5 или 6 или 7 века до нашей эры? На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. До новых встреч!